чем принципиально отличается муж от любовника? Нет, не хочу. Я хочу быть верной женой. А тебя заводит вообще, когда бьют по лицу? Да. Чтобы сделать их ровными, потому что они разные от природы. Ходишь летом без трусиков? Нет, под затыльник могу дать. Пощечину не помню. Ты носишь с собой презервативы? Сереж, снимай. Сереж, сними. Сереж. Сними интервью. Мужики, важная информация. Основной канал снесли, там было 150 миллионов просмотров, он не подлежит восстановлению. Сейчас делаю сеть стрим-каналов. Три канала на убежище стримерши, на Новик Сергей стрим. Каждый день ребята стримят и завозят контент, они знакомятся с девчонками в прямом эфире, соблазняют девчонок и снимают такие же интересные интервью, только без монтажа, это в прямом эфире все происходит. Убежище стримерш, Новик Сергей стрим, ссылочки в описании, нажмите на колокольчик. А на этом канале, город грешниц, новый канал. Видосы выходят в 18:00 каждый день, в течение 2 лет будут выходить видосы. Так что подпишитесь на этот канал тоже, нажмите колокольчик. В описании есть еще телеграм. Моя знакомая, психолог-сексолог, она рассказывает, как соблазнять девчонок, пацанам рассказывает. И там классные посты, женскими секретиками делаются. И инстаграм. В инстаграме я в сторис сообщаю, на каком канале кто сегодня стримит, во сколько времени, и делюсь видосами. Вот видос вышел на этом канале, видос вышел на этом канале. Инстаграм, 3 стрим-канала и телеграм. Приятного просмотра. Привет. Привет. Как тебя зовут? Марина. Охарактеризуй себя в 3 словах. Какая ты? Позитивная, яркая, искренняя. Стоит ли заставлять любовницу убирать перед приходом жены? Ну да, желательно, да. Желательно? А ты была любовницей? Нет, я не была любовницей. И не хотела бы быть. А женой была? Нет, не была, я слишком молодая. Мужа хочешь, да? Прям сейчас нет. Через пару лет... Что нравится мужчинам? Вкусный парфюм, когда стильно одевается, юмор. Это... А пресс там накачанный? Да, тоже. Может. Большое достоинство? Или это не важно? Важно, важно. Есть вообще карманные парни у тебя на данный момент? Нет, нет. А вообще парень есть у тебя? Да. Как он с тобой познакомился? На районе. На районе? Районная чика. Есть. Ты пила пиватик в подъезде, он подошел, сказал, эй, семки ест, да? Так почти было, да. Только нам было по 12 лет, но не важно. Утро или вечер? Вечер. Макияж или завтрак? Завтрак. Нежно или страстно? Страстно. Богатый любовник или бедный муж? Бедный муж. Красное кружевное или белое шелковое? Красное кружевное. Мужчина или мальчик? Мужчина. Ходишь летом без трусиков? Нет. Не ходишь? То есть это миф, что девушки ходят? Да, наверное. Но я никогда не ходила. Нет, ни разу. Часто врешь? Нет. Нет? Мужчины как бы знают, что девушки любят, когда мужчина доминирует. Вот. Но чтобы не переусердствовать. Вот как это себя ограничивать? То есть жестко за волосы, это прикольно? Или это уже перебор? Ну, может быть, прикольно. А если бить по лицу? Нет. То есть это перебор? Это уже перебор. Да. А тебя заводит вообще, когда бьют по лицу? Да? Нет, я не бью по лицу. Не бьют тебя по лицу? Да не разу не бьют. Слава богу! Ты же познакомилась в подъезде. Да и... Ты бьешь мужчину? Нет, под затыльник могу дать, пощечину не помню. Леща давала? Ну, давала, да, давала. Ты носишь с собой презервативы? Нет, не ношу. Почему? Парень об этом позаботится. Когда девушке без отношений ты была, ты носила презервативы с собой? Нет. А если девушка на первое свидание там, ну, готовится, бреется, ноги там, вот, она на что-то рассчитывает или она просто для себя? Вот только честно. Ну, наверное, рассчитывает, да. Да, рассчитывает. А подмыхи, если? Не, ну, я всегда брею подмыхи. Покажи. Да ты врешь, у меня вот там торчат. Нет, я вижу, все прилично. Чем принципиально отличается муж от любовника? Ну, муж, типа, ну, вообще навсегда было бы хорошо, а навсегда? Любовник это... Да. Да, хорошо. Вот ты говорила, хочешь мужа уже. Вот. А любовник будет у тебя? Нет, не хочу. Я хочу быть верной женой. Ладно, ребят, поставьте плюс в комментариях, если вам понравилась девушка. Пишите ваши вопросы для следующих выпусков. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать прямые трансляции. Ну и ставьте там лайк, дизлайк, если видео вам понравилось, не понравилось. Это справедливо. А тебе вот серьезный вопрос. Давай. Ссылка на инстаграм в описании есть. Вот самое главное в инстаграме происходит. Лайфстайл. Вот это очень важно. Ссылка в инстаграм. На инстаграм. Вот, а тебе серьезный вопрос. Почему девушки выщипывают свои брови и рисуют новые? Чтобы сделать их ровными, потому что они разные от природы. И подчеркнуть. Потому что у кого-то светлые бывают. У тебя светлые? Нет, у меня темные. Но я все равно их рисую. Моно брови, если у мужчины.
это заводит? Нет, фу. А если у него волосатая грудь, это заводит? Тоже не очень. Ну, а это еще можно потерпеть, монобровь нет. А если у него там волосы? Нет. Прям... Пусть бреется, нет. Не, вот мужики смотрят нас, советуешь мужикам брить. Брить, все. Да. Полюбас. Не, ну вот этому грудь не обязательно. А если он там брить будет и бреет все, достоинство? Ну, надо осторожно. Безопасный брит, ребята, аккуратней. Что хочет пожелать зрителям? Хочу пожелать вам любить, быть верными и радоваться этой жизни и каждому моменту. Счастья, здоровья. Да. Водочки. Секса, бабок. Водочки. Водочки. И пиво с воблой. Ладно, давай опять, молодец. Да.